Картина была написана в Италии и привезена в Россию на академическую выставку 1863 года. Она имела огромный успех и вызвала множество отзывов в печати. Зрители картины Г разделились на два лагеря. Одни восхищались картиной, другие возмущались. Литературный критик и цензор Александр Никитенко порицал Г за смешение в картине жанров исторической живописи и бытового, в чем он усматривал снижение возвышенных идеалов евангельского повествования. Христос похож на какого-то молодого парня, крученищегося о чем-то. Главное, она меня возмущает не сама собой, а тем, что служит выражением того грубого материализма, который хочет завладеть искусством, так же, как нравственным порядком вещей. Федору Достоевскому трактовка евангельского события в картине Г показалась плоской. Где же и при чем тут последовавшие 18 веков христианства? Как можно, чтобы из этой обыкновенной ссоры таких обыкновенных людей, как у Г, собравшихся поужинать, произошло нечто столь колоссальное? С Достоевским был солидарен историк Михаил Погодин. Нет, это не тайная вечеря, а открытая вечеринка. Двое поссорились. Один выходит с каким-то дурным намерением или даже угрозой. Другой задумался о происшедшем недоумении. Божественного у него в лице нет ничего. Прочие в испуге. «Очеловечение Христа. Перевод строя евангельского повествования в иной регистр», отмеченные в статье Натальи Грот. Что же можно сказать о картине Г? Он первый из живописцев намеренно отнял у величайшего из мировых событий его божественность. Но большинство художественных критиков и зрителей картины Г приняли ее восторженно и оценили его отход от традиционного иконографического канона как творческую новацию. Картина Г удивляет своей новостью. Комнатное освещение, стол, группа лиц, расположенных вокруг – все имеет характер чего-то в первый раз нами увиденного и поражающего вас своим оригинальным характером. Вы чувствуете, что автор не имел дела ни с кем из предшественников, что он взял свой сюжет из первых рук, почерпнул его из источника и понял его, пережил своим сердцем во всей полноте, писал беллетрист Николай Ахшарумов. Как реформатора исторического жанра, способного влить свежую кровь в его обветшалое и пересохшее русло, приветствовал Г. и его картину историк искусства, критик, в будущем директор Эрмитажа Андрей Солов. Отвергнув всякое предание в искусстве, Г. обратился к чистому источнику искусства и внес в русскую живопись живую струю, которая должна освежить поблекший исторический род живописи и показать, что история и господствующий в нашей школе жанр не подлежит резкому разграничению. В этом соединении истории с жанром, по-моему, главная заслуга Г. Он взглянул задачу исторического живописца здравыми глазами и понял, что такой живописец не должен быть простым иллюстратором исторического сказания, но обязан читать между его строками и передавать не столько внешний факт, сколько дух эпохи и ее общечеловеческое значение. Михаил Салтыков-Щедрин приветствовал доступность образного языка картины публики. Ему понравилось то, что мир образов и идей картины не герметически замкнут, а открыт для размышлений зрителя, что художник не предлагает готовых ответов, а задает вопросы. Мне нравится, что художник без всяких преувеличений разъясняет мне, зрителю, смысл такого громадного явления,
что он не говорит мне при этом хвастливо в укор. Благоговей перед моим трудом и молчи, как это делают многие из его собратьев, а напротив того оставляет мне полную свободу размышлять и даже сам подает повод для разнообразнейших выводов и умозаключений.